К сожалению, постановление о запрете купания выносится уже далеко не в первый раз и стало уже так называемой летней традицией. А связано все это с неудовлетворительными пробами воды, взятыми из реки Амур. Действительно, такое купание с бактериями чревато для здоровья. Например, такое заболевание, как менингит, можно легко получить после одного такого безобидного купания в неположенном месте. К сожалению, в нашем городе небезопасно не только купаться, но и просто находиться на пляже. Битое стекло в песке – довольно неприятный сюрприз для отдыхающих. Также консервные банки, целлофан, бутылки из-под пива, обертки из-под шоколада станут вашими неотъемлемыми спутниками во время отдыха на городском пляже. Еще раз обращаем внимание жителей города, что купание в реке запрещено. Поэтому перед тем, как окунуться в Амур, подумайте о том, что вы совершаете уже административное правонарушение, а прежде всего – задумайтесь о своем здоровье и взвесьте, что важнее – 5-минутная радость или ваше будущее.